like the shit up. Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу мою большую, ну, так сказать, ну, вот такую вот коллекцию. Тут пакетик, тут там сквишики мои, тут цифра 5, потому что это пакетик для тетрадок с моей сестры осталось там для 5 класса. Да, блин, достал этот ковер, блин, сейчас вот тут. Всё, помню. Блин, я сегодня в первый раз в джинсах. Ну, только посмотрите. Первый... Блин. Первый, мать его, раз. У меня свет не работает. Я хотела включить. Ладно, это не столь важно. А я забыла про свет свой. Наверное, я вот здесь вот включу светильничек. Как вот лучше? Думаю, ну вот как... Наверное, без него лучше. Хотя, не знаю. Ладно, я тут уже видео монтирую, так что... начнем. Ребят, как я эти сквиши делала, вы... Ну, видео тоже в этом же видео будет. Я, в общем, видео в видео будет. Я сразу же покажу мою коллекцию. И сразу же, как их сделать. В общем, вот такой вот у меня пакетик тут. Там их много. Только что доделала, вон пакеты лежат. Вот, только что доделала. Это вот, смотрите, какой. Первый. Вот такой, блин, лучше со светом, думаю. Сейчас, подождите, я лучше поставлю свой телефон. Ого, осталось даже стоять. Поставлю. Вот, в общем, мой сквишик. Не знаю, как лучше. Вот так как-то более. Вот такой вот. Долька арбузика. Вот. Он мягкий такой, прикольненький. Дальше. Второй. Я лучше тут буду держать. Второй сквишик. Это тоже вот такой вот. Долька арбузика. Вот, он тут объемный. Если что. Чё камера как-то колбасится? Алло. Чё ты не фокусируешься? Нормально, блин. Чё-то колбасится достало. Вот такой вот миленький арбузик. Это второй сквишик мой. Так, я лучше тут их высыплю, чтобы вам легче было показывать. Третий мой сквишек, если это можно так назвать. Фейсбук такой маленький, он такой миленький, красивенький. Но очень маленький. Что ж, скотч тут, блин, выползает весь. Ладно, не столь важно. Вот такой вот он. Ой, не стукайся так сильно. Ты меня пугаешь. Так, дальше. Вот такой вот сквишек. Он такой мягкий. Он реально мягкий. Такой вот крипер. Он мне не нравится, так как я его делала первый. Да, я его делала... Ну, я про него снимала видео первое. То, что он был... Блин, он настолько мягкий почему-то. Дальше. Вот это вот самый первый мой сквиш, который я в жизни с вами делала. Вот такой вот. Сейчас я его сомну. Вот так вот смяла его. Я тебе помогу. Это
это типа тик-так. Так вот. Вот такой вот. Вот, смотрите, наслаждайтесь. Так, это был какой? 5-й, 6-й, сквиш. Я буду называть подушечка. Это чипсики Лейс. Прикольненькие такие, вот пухленькие. Пухляши. Билиши. Вот такие вот чипсики. Кто захотел чипсики или кушает, тому приятного аппетита. Кто кушает сейчас чипсики или кушал до этого, молодец. Ставь лайк. Седьмой мой сквишик. Подушечка. Вот такой вот единорожек. Единорожка такой. Миленький. Красивенький. Прям, я не хочу его мять. Такой, прям такой. Красивый. Так, я их, наверное, тут положу. Следующая моя подушечка, вот такой вот. Настя, если ты это видео смотришь, то спасибо тебе за вот такой вот сквишек, за вот такую подушечку. Она такая мягкая. Но жаль, что не разгибается. Такой прикольненький. Вроде бы там губки. Нет, там пакетики. Реально? Серьезно? Я только узнала, кстати. Прикольно. Никогда бы не додумалась. Так, это 9-я моя подушечка. Вот такая вот нутелка. Вот такая вот она. Маленькая, такая миленькая. Такая жестенькая, прям толстенькая. Там видно, что там. Вот такая вот. У кого есть квишек, присылайте в группу ВКонтакте. Ссылочку на нее я оставлю в описании. Вон там вот внизу заходи под видео и смотри. Там пиши и что там смотри. Я посмотрю, если кто-то пришлет. Так, ну, а дальше начинаем мои новенькие. Хотя вот эти вот тоже новые. Арбузики тоже новые. Да, блин. Арбузики тоже новые. Но я сейчас еще новее покажу вам. Ой, какие классные они. Просто... Пипец, просто слов нет. Ладно, перейдем к радиоактивному веществу. Такой, как радиация, знак радиации. Блин, почему на камере он такой светлый? Прям как будто бы не желтый. Прям желтый. Вон в тенечке видно. Красивый значок. Дальше еще значки. Дальше у нас пошли одноклассники. Вот. Сегодня, кстати, тоже сделала. Да блин, что ты мнешься? Ладно, это не столь важно. Вот такие вот одноклассники. Дальше тоже соцсеть. Facebook. Я вообще называю его Фасидук. Называла, когда я была еще маленькая. Но я и сейчас маленькая. Ну, 12 годиков-то, подумаешь. Все думают, что мне
15 где-то. Да, я знаю, я высокая. Я выше всех в классе. Ну что ж поделать, так выросла. Вот такой вот. Он мягкий тоже, такой прикольненький. Ребят, если что, переходите в описание. Там я поставлю время. Ну, напишу время, в общем, написала уже. В вашем времени это я написала. То, что там, там. На каких минутах начинается моя коллекция? И на какой минуте начинается как сделать сквиши? Сквишек. Дальше у нас очень классная даже. Очень прикольная поделочка. Прикольные даже, я бы сказала. Конечно. Но сейчас вот просто посмотрите вот так вот. А я пока что тут для вас все построю. Итак, к вашим услугам. Сейчас я покажу. Так, уйди. Вот. Что-то не падаем. Фак. Вот. Подпишитесь на канал, пожалуйста. Не пожалеете. Вот так вот. Думаю, светлее лучше. Хотя я так не думаю. Вот такой вот. Такие вот три поделочки. Господи, я напугалась. И дальше у нас самое вот самое крутое. Сейчас, подождите. Просто тут на превьюшку потом хочу сделать. Пакетик что тут делает? Какой-то он улетел слишком далеко. И самое классное, то, что я делала 2 часа, мать его, 2 часа. Это телефон. Мой телефон. Я, кстати, его примеряла по линейке, там тут закругленные углы. Все, какой у меня телефон есть. Вот такой вот. 22. Че? А, 22 мая 2006 года. Догадайтесь, что это за дата? 15.07, не обращайте внимания. Тут должно быть 19.00. Да, я уже вам подсказочку даю, но вы, наверное, не додумываетесь. Не додумываетесь. Вот так вот. В общем, вот такой вот телефон. В общем, не договорила. Когда я, короче, вымеряла там сантиметры по линейке, я рандомно просто вымерила, так сказать, 15 сантиметров на сколько? Не помню, на 8 или на 6. Не помню. Забыл. В общем, потом я прикладываю его уже на следующий день. Прикладываю этот телефон к своему телефону. На свой телефон, точнее, положила. И представляете, они сходятся. Это прям, ну, реально мой телефон. Это все. Можно звонить. Не продам никому. Вот так вот сделаю. Так. Фоткай. Фоткай. Вот так вот, ребят. Все. В принципе, дальше вы можете смотреть видео, как это делается. Думаю, наверное, все знают, но я все равно для ваших услуг это сделаю.
Если что, я там делаю кнопку Ютуба. Все, я не прощаюсь, я там попрощаюсь уже, все. До встречи, так сказать. Я не могу сейчас не попрощаться, потому что это отдельное видео все равно. Я другое это в другой день делала, вроде бы вчера, да. А это я уже 28-го делаю. Сейзен 7, если ты смотришь это видео, то с днем рождения тебе. Все, а дальше смотрите изготовление вот этой вот кнопки. Это вот кнопки Ютуба. Все. Всем привет, ребята! Сегодня я... Сегодня я буду делать... Так. Сквиши... Сквиш... Ну, блин, я называю это подушечка. Я буду так и называть. Подушечка. Подушечка. В общем, нам понадобится листик. Я просто обрезала его, и он стал как будто бы квадратный, потому что я же рукожоп, я не могу ровно оторвать. Ножницы. Пакетик. Да, я буду с пакетиками делать. Так как я буду делать форму Ютуба, нам понадобится фломастер красного цвета. Ну, или какой-нибудь другой там гуашь, карандаши, что на... Это уже на вашу фантазию, на ваш вкус. Хотите, делайте, как я, Ютуб. Я ничего против не имею. Карандаш и... Что тут? Забыла. Ластик. Вот. Ластик и карандаш. Ну, для начала нам нужно... ну, возможно, еще линейка. Ну, кому-то нужна, кому-то нет. Мне в данном случае, наверное, пригодится. Ну, где-то будем делать на сантиметриков 10. Вот, тут 10 сантиметров. А, стоп, сложить же надо. Что-то я тупанула. Вот так вот. 10, ну вот, 10 на 8. Ну, нормально будет. Вот, складываем пополам сначала, чтобы вот, ну вот так вот, пополам. Потом рисуем любой узор, я уже говорила. 10 сантиметров. 11 сантиметров. 12 сантиметров. На 8,5. Нет. 12 сантиметров на 8,5. В общем, делаем. Мне надо же закруглить еще края. Он же не будет просто прямоугольный. Вот. Уже тут сделала. Осталось вот здесь вот внизу сделать вот эту вот штучку. Линию одну. Вот, теперь закругляем. По чуть-чуть. Я вообще на глаз это делаю. Вот так вот. Потом стираем. Ну, кто-то может не стирать, но я не знаю, кто это будет делать. Ошибиться же можно.
Я в своем случае стираю, естественно. Так, сейчас дорисую тут. Так. Вот так вот. Теперь рисуем треугольничек. Вот, нарисовала. А, блин, где камера? Вот. Теперь рисуем треугольничек в серединке. А, тут какая середина? 12, 3, вот 6. Где-то вот здесь вот. Наверное, на 3 сантиметра будет треугольник. Ой, что-то далеко сделаю. Поближе сделаю. Три сантиметра. На 3 на 3 на 3 3. Ой, с треугольниками у меня сюда проблема. Блин, как это сделать? Вот здесь это не должно сводиться. Что-то куда-то треугольник опять уехал. Надоело уже. Что ты переезжаешь тут у нас? Сколько? 4 сантиметра, в общем, делаем тут. Так, сначала снизу лучше сделаю. Вот, теперь нормально. Вот так вот. Ну да, вот. В общем, осталось красным цветом раскрасить. Когда я раскрашу, я продолжу. Ребята, в общем, все я дорисовала. Вот у меня вот так вот получилось. И дальше нам в основном осталось только обклеить вот это вот все скотчем. Ой, я забыла то, что нам понадобится скотч сказать. Хоть и крутиться. Ты, круглая желтая фигня, хватит крутиться. Почему-то не открылся. Что с вами не так? Вы какие-то слишком липкие стали. А, почему вы не режете? Вы прям. Ну, я сначала вот так вот буду делать. Не вот так. Не вот так вот, а вот так вот. Ребят, когда я обклею вот так вот только, я продолжу и покажу вам, что у меня получилось. В общем, ребят, все, я обклеила. Вот так вот это все выглядит. Вот. Думаю, вам видно. А, вот тут место даже осталось. Я теперь буду клеить это вот так вот. Я клеила сейчас вот так вот. Поперек я сейчас буду клеить. Или вдоль? Нет, вдоль. Вдоль я сейчас буду клеить. А поперек я сейчас клеила. Я не разбираюсь, честно. В общем, приступаю. Я с вами...
увижусь, когда все сделаю. Хотя, ну ладно, не тянуть, чтоб время. Все, ребят, я вот все тут обклеила. Мне осталось лишь вторую сторону сделать. Я ее не буду раскрашивать, так как у меня и так фломастеры уже кончаются. У меня черный уже почти кончился. В общем, вот так вот. Сейчас я быстренько тут тоже все обклею. И продолжу. Все, я все обклеила вот так вот. Мне мысль в голову пришла. То, что я могла просто вот так вот еще проклеить. Ну, в общем, потом сложно было бы загнуть это. В общем, вот так вот у меня получилось все тут. Теперь мы должны что сделать? Теперь мы должны сделать вот где точнее не закрывается. Вот где открывается, смотрите. Вот. Мы вот тут вот просто вырезаем. Вырезаем. Смотрите, вот тут вот открывается, тут вот я режу. Здесь не дорезаем, просто вот так вот делаем, чтобы вам легче было заклеивать, потому что оно будет ёрзать все, и вам будет сложно заклеивать. В общем, я всегда так делаю. Теперь что мы делаем дальше? Дальше мы заклеиваем это все вот таким вот образом. Вот тут открывается, тут я заклеиваю. Все вот это вот проклеиваем. Не забываем оставить какую-нибудь щель, чтобы запихнуть наши пакетики. Уже почти одну сторону доделала, мне кажется, или я не ту сторону делала. Подожди, стой, подожди меня. Ребят, я не ту сторону начала делать, ну да ладно, все равно мы это отрежем. А, я просто третий раз не то сделала. Вот. Думаю, уже можно вот это вот отрезать, вот эту вот беленькую вот эту вот штучку можно отрезать. Так как я уже довольно много заклеила, я это отрежу. Оно будет держаться все нормально.
Так, вот здесь вот заклеить. Хотя нет, не здесь. Где вот у нас дырки еще остались? Здесь вот надо рассоединить на две части. Слишком много. А, дай. Так, второй уголочек. Осталось чуть-чуть. Вы можете, конечно, промотать видео, чтобы не тянуть свое время. Наверное, никто даже этого видео не посмотрит. Кроме Егора, наверное. И Насти. Возможно. Не знаю. Настя не знала, когда смотрела мое видео. Что-то не так пошло. Что тут за бумага? Ладно. Так ровно получается все. Прям... Что тут осталось у нас сделать? Здесь вот щелька, вот здесь, вот здесь. В общем, все подклеить надо. Чуть-чуть прям. Чуть-чуть-ка. Чуть-чуть-ка, чуть-чуть-ка. Такое слово вообще есть. Так. Где мне осталось? Вот здесь вот. Хватит болтаться, ты жопа. Ай, больно. Ты желтая жопа. А, не приклеилась. Ножницами просто ударилась. Так, ну, что тут у нас? Здесь вот уголочек. Нужно уголочек заклеить. Так, все, вроде бы вот такая вот щель нам вот такая вот хватит. Сейчас включу, наверное, свет. Вот так вот лучше. Вот такая вот щель нам достаточно будет. Вот так вот все я обклеила тут. Всем. Теперь берем пакет. Берем пакетик. Так, уйди. И режем, режем, режем. Ты так мягко режешься. Такой мягкий, такой нежный. Такой жесткий.
Так. Ну, режем так, чтобы не слишком мелко и чтобы не слишком много, так, ну, не сильно крупно. Чтобы все вместилось у нас там. Любой пакетик можно взять, любой. Просто другие моим родителям нужны пакетики. Думаю, пока что хватит. Вот такая вот кучка тут. Вот так вот. Ну, думаю, нужно уже запихивать. Можно. Первую кучку берем и запихиваем туда. Пробуем запихнуть. Вот, все запихивается у нас тут. Что за слово запихивается? Ой, тут дырка. Надо заклеить, надо починить. Я же фиксик. Что? Что ж у меня на готове есть уже? Как раз, наверное, сделала. Ну, может быть, меньше. Может много, может как раз, может мало. Не знаю, сколько я сделала. Сейчас мы это проверим. Проверяем, сделаем. Вот там. В принципе, наверное, еще можно. Хотя я не знаю. Хотя я и знаю. Уже 3 часика дня. Естественно, я выложу это где-то в 4, в 5, в 6, 7. Выйдет, точнее, это видео. Где-то так. Потому что мне еще сейчас Биошок вторую часть выкладывает. Ну, естественно, это вы видео, наверное, видите, когда вторая часть уже есть или еще нету. Уже дорежу тут, что осталось немножко. Вот тут чуть-чуть. Это что такое? Не защемила себе тут пальчик. Все. Думаю, хватит. Сейчас запихнем вот это вот. Слишком много, думаю, не надо, потому что он будет жесткий. А я наоборот много делаю. Так. Думаю, вот так вот нам достаточно будет. Да вот это вот уже все можно запихнуть. Я вчера фигурку классную делала. Только не скажу, какую. Такая мягкая, такая прикольная получилась. Ну, попозже, когда у меня уже накопятся эти фигурки, я все вам покажу.
Кому нравится сквиши, ставьте лайк. Лайк. Вот такой вот большой. Вот столько я тут запихнула. Сколько могла. И как раз пакетик у меня кончился. Как раз прям. Так, здесь сложно. С пакетиками это сложнее, чем с губками. Намного. А, хватит приклеиваться и вытаскиваться. Не приклеивайся, дебил. Размять надо там. Так, вот так вот у меня получилось. Так, так вот и все, вроде бы. Все, вот такая вот фигурка у меня получилась. Она довольно мягкая, кстати. Мягче, чем я делала там тик-так, вот мое первое. Моя первая фигурка тик-так это. Вот, в общем, ну. Он не мягче, просто из пакетиков получается мягче, чем из губок. Намного. В общем, ребят, если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Почему я раньше не додумалась? Не знаю. Да там одно подумала так. Ладно. Ладно, ребят. Всем спасибо огромное за просмотр. Если ты особенно влепил свой большой лайк. Вот такой большой лайк поставил. То спасибо большое тебе. Ты самый лучший. Все, всем удачи, всем пока-пока.